Хроника происшествия продолжает эфир. Несколько часов назад на проспекте Победы автомобиль Mitsubishi Lancer сбил велосипедиста. Очевидцы рассказывают, что скорость у иномарки была огромной. Пострадавший получил серьезные травмы, и врачи пока не берутся давать прогнозы по поводу его дальнейшего состояния здоровья. Равиль Сайганов с подробностями. Кишки, то есть на полу не все лежало. То, что в животе было, все на полу. Увидев, насколько серьезные травмы получил велосипедист, очевидцы даже побоялись близко к нему подойти, не говоря уже о том, чтобы оказать ему первую помощь. Они лишь вызвали на место медиков и с ужасом наблюдали, как раненый мужчина истекает кровью. Живот порван, то есть череп точно 100% там помятый. И ключица левая, правая, левая вывернута полностью. То есть тяжелая травма? Очень тяжелая. Да, был без сознания, и врачи сказали, что вряд ли что-либо там. Медики срочно увезли пострадавшего в больницу. Пока он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Выяснить причину аварии у водителя автомобиля оказалось довольно сложно. На защиту молодого человека тут же бросились его друзья. Возможно, боялись, что он может сказать чего лишнего. А поводов наговорить на себя было более чем достаточно. Ведь, по словам очевидцев, виноват в произошедшем исключительно парень за рулем Лансера. Свидетели говорят, он словно угорел и на огромной скорости гонял по проспекту Победы то в одну сторону, то в другую, постоянно создавая аварийная ситуация. Лансер 10 всех обгонял, получается. Потом в обратку, видимо, развернулся и обратно поехал. Тоже так же шахматным порядком обгонял и в итоге сбил. То есть он обгонял попутный транспорт, подрезал? Да, да. Всех полностью подрезал и